Купание на крещение в Самаре будет проходить в нескольких местах одновременно. На Волге организуют несколько купелей. На спусках улиц Некрасовская, Маяковская, Полевая, Советской армии и 9-й просеки. От храма Георгия Победоносца пройдет крестный ход к купели на полевом спуске. Здесь будут организованы теплые раздевалки и горячий чай. Об этом позаботятся городские власти. Мы приглашали Благочинова Октябрьского района, который нам подсказывал, как вот эту Иордань организовать. То есть в этой части будет организовано и все меры безопасности будут соблюдены. Здесь, насколько мы ориентируемся, конечно, это массовое будет вот именно проходить здесь, в этой части, чтобы четко организовать выход и проход людей, не организовывая или, вернее, не создавая столпотворения. Купели оборудуют деревянными ступенями и поручнями. Возле каждой официальной Иордани будут дежурить сотрудники МЧС, спасатели и медики. Все должно быть современно, конечно, удобно для людей и, безусловно, безопасно. Проинформируется население о возможности вот приобщиться к этому событию. Значит, я полагаю, что там все будет достойно. Меры безопасности вы их озвучили, но лишний раз еще перепроверить. И глав внутригородских районов должны вводить полную информацию, какие там несанкционированные купели открыты, для того, чтобы держать руку на пульсе. Общественный транспорт в крещенскую ночь будет ходить дольше обычного. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События.